Приветствую вас на своем канале и на сайте prm.biz. Хочу вам рассказать о криптовалюте, которую создал сайт prm.biz. Это ICO криптовалюты, она называется PRB Coin. Это ICO именно от сайта PRM. И уже пошел рост этой валюты, но рост, конечно, очень маленький, потому что где-то, по-моему, за месяц. Давайте посмотрим. Я уже снимал видео, как только внедряли эту криптовалюту. Вот это видео. Да, вот как раз месяц назад я записывал этот ролик. И за месяц эта криптовалюта выросла всего на 1 цент. Но когда я записывал этот ролик, то тогда еще не было возможности ее покупать, продавать. Сейчас хочу вам показать, как это делать. Так, чтобы зайти на покупку-продажу криптовалюты PRB Coin, можете нажать либо вот тут вверху, где стоимость одного PRB Coin в долларах суммируется, либо вот тут криптовалюта PRB Coin, либо заходите во вкладочку «Заработать», и вот тут справа тоже есть PRB Coin. Нажимаете сюда, вот тут можете посмотреть график роста цены токена. Как видим, он шел вверх, теперь стоит почти на месте уже некоторое время. Дальше ниже покупка-продажа. Вы можете это все продавать и покупать токены. Вот это ваш кошелек PRB Coin, это его номер. Так. Итак, чтобы купить PRB Coin, вы вот тут выбираете количество. На автомате стоит один. Можете выбрать любое количество. Дальше тут внизу у вас будет цена, во сколько вам обойдутся эти токены криптовалюты PRB Coin. И просто нажимаете купить. Дальше покупаете криптовалюту. И либо ее храните, ждете, когда пойдет стремительный рост криптовалюты, либо можете, в принципе, поставить на продажу за чуть большую цену. Сделать это можно вот тут справа, продажа. Тут все то же самое, как и на покупке. Выбираете количество, выставляете цену на токены и нажимаете продать. Комиссия на продажу, как видим, составляет 0,25%. Вот тут чуть ниже можете смотреть историю продаж и историю покупок. Сколько покупают люди, за сколько и за сколько продают и сколько токенов. Вот, смотрите, даже кто-то продал 9 монет, 9 токенов криптовалюты PRB Coin. Так, справа также есть история операций. Вот тут, как видите, вот все в плюсе. Дальше пошли минусы, опять плюсы. То есть все это можно посмотреть, весь этот график. Так, чтобы, кстати, купить криптовалюту, у вас на балансе должна быть денежка. На сайте prm.biz, чтобы она здесь была, есть два варианта. Вы можете пополнить баланс с внешней системы, с таких как Visa, MasterCard, Яндекс.Деньги, Payeer, Perfect Money, WebMoney, ADV Cash, PayPal, Bitcoin и с биржи XMO. Но если вы не хотите вкладывать сюда денежки, то вы на этом сайте сразу можете заработать себе на баланс денежку и покупать за них PRB коины. Либо, в принципе, можете сразу их выводить. Просто переходите во вкладочку «Заработать». И вот тут все способы, на которых вы можете заработать. Это просмотр видео на YouTube, подписка на YouTube, репосты ВКонтакте, группы ВКонтакте, подписка Instagram. Серфинг сайтов, интерактивный серфинг, платные задания и ротации здесь бесплатные, просто добавляете друзей ВК, Одноклассники и Facebook. Так, ну и зарабатывать можете на PRB Coin. Так, вот такая вот у нас интересная криптовалюта PRB Coin. Пока что она стремительно вверх не идет, за месяц всего поднялась на 1 цент, но в будущем, возможно, она пойдет вверх, у нее будет стремительный рост, я на это надеюсь. Вот. Так что, кому это интересно,
Переходим по ссылочке на сайт, она будет под видео в описании, регистрируемся и покупаем себе валюту PRB Coin. На этом все. Надеюсь, видео вам было интересным и полезным. Не забываем ставить палец вверх, подписываться на канал. И всем до новых встреч!